Всем привет, с вами Санч 69 Фу. Это мое новое прохождение игры Stalker Zov Pripyat. Сейчас у нас будет мини-лаг. И заставку я пропустил, она, собственно, ни к чему, там ничего особого не говорят, но вот этот лаг, про который я говорил. Еще хотел сказать. Сейчас мы пойдем за одной пушкой, которую называю. Она называется реально ВВС Вал, или как-то там ВСС. Или как-то с СВС, я не помню, снайперская винтовка специальная, как называется, вот так, вал. Я ее называю шинковалкой. Как вы, если вы смотрели предыдущие две мои части прохождения, то есть две предыдущие мои прохождения сталкера, если вы смотрели, то вы знаете, что я ее всегда называл шинковалкой. Перейдем за шинковалкой. Тут у нас то, что я думаю. Уходи отсюда, да, мужик. Тут у нас то, что я думаю. Надо запомнить, на какую пещеру. Пещера находится вот тут. Так. Потом к ней вернуться и завалить этого. Уходи пока цело. А, уходи пока цело, говорит нам. Кто бы вы думали? Контролер. Контролер научился говорить. Тоже сначала не верил, вот теперь вот знаю. Представьте, как ни странно, но это так. Контролер говорить уже научились. Я понимаю, что дальше будет? Все собаки будут, наверное, нам летать. Что? Если прыгание. Не знаю. Блять, ну что ж такое-то? Надоело отпрыгивать от этой штуки, иначе не будем прыгать. Просто поползем спокойно. Ну неужели? Ты что тут бегаешь, ололошник? Вот, ололо, получил. Не надо было тут бегать. Берем артефакт и съебываемся отсюда к тебе и матери, к чертовой матери. Так, можно теперь сходим сразу, надо разворачиваться сразу, идти нам к одному месту, где лежит, где можно разжиться одним, может быть, двумя артефактами, может быть, двумя, и детектором медведь. Я думаю, все это прекрасное место знаете, прекрасно понимаете, куда я сейчас бегу, так что говорить я даже тут не буду, тут и нечего говорить. Сейчас мы запахаемся и будем стоять как ололошники, ждать, пока у нас наберется стаминка наша. Злобная стамина. Так. Там вот туда как раз, да. Извиняюсь, если будут малейшие лаги, а я думаю, они не смогут помешать нам в прохождении этой игры. Не особо так. Да. Стали мы тут так. Кстати, еще хотел сказать, что я не все в игре тайники знаю, так что особо тайников не смогу показывать. Какие знаю, покажу, какие не знаю, собственно, не покажу. Но я думаю, вы от этого не обидитесь. Или обидитесь. Вам решать. Так. Идем тогда уж. Вот к этой вот аномалии, называемая костер, или как-то там, я не помню. Как-то костер или что-то вроде. Костер, блин. Еще пожар назвали, блин, аномалию. Или, не знаю, там, как его можно еще прозвать. Или кратер, или... Короче, чтобы не мудиться, как она называется? Котел, да. Не боись, давай, вперед. Да, не боись, ага, конечно. Было все так просто. Тут нам понадобится это. Пока попрыгаем. Он и не боится, что он раз пошел, значит не боится. Вот видишь, я же говорил, комбинезон. Ты все говорил, что тут вообще стоит? Зачем ты тут вообще встал? Даешь, дает нотаты не так, не чтобы самому пойти и поискать вместе с ним, а он тут стоит и говорит, ты давай иди дальше. Ага. Сам боится, значит. Ага, ололо. Сталкер! Да, сталкер. И опять сам не может. Пипец, даже другу помочь не может. Что ж такое? Это как это вообще так может понимать это? Я считаю, если он другу не может помочь, то какой же он тогда друг, нафиг? И... Он никто. Он ололо. Так. Теперь пусть они присядут на дорожку. Присадись, садись. Ну, садитесь. Ну, давайте. Во, молодцы. Давайте, молодцы. Так. Делаем вот так. Фигак. И лежит у нас тут два... хороших трупика. Так, берем теперь у этого патрона к дробочу. Все-таки берем, они нам понадобятся. Энергетики обязательно берем, вы сами понимаете, для, за чего. Так.
ставим дробочную, нам сейчас понадобится. Как я говорил, я буду всех хвалить всех подряд. Пойдем еще сходим за одним артефактом, который... Ну, как бы это даже не артефакт, это квестовый предмет. Ну, пусть он будет квестовым ИТМ артефактом. Теперь поставим наш детектор супер, который мы нашли. Который нам дали, то есть. Супер детектор. Медведень. Да. Так. Мы в ступоре, он не хочет никуда идти. Ну ладно, сейчас мы его заставим. Не хочешь? Заставим. Не можешь? Еще больше оставим. Я опять упал в аномалию. Никогда такого не получилось, чтобы я падал в аномалию. Ну, все-таки. Ух ты ж, черт. Сейчас опять аномалию ударит. Ну, ладно. Это все фигня. Я вам скажу так. А я не говорю плохого, так что... Это точно фигня. Да. Залезаем вот в эту фигню. Как, собственно, куда-то еще лезть? Ну, давай, лезь, мужик. Дегтярев, ты что, пулки отрастил, что не можешь пройти, пролезть в эту штуку? Один источник странного бла-бла-бла. Не. Ну, я понимаю. Так, прячем детектор. Нам ни к черту не нужен. Не нужен. Один овнет. Крыса хард. Второй овнет. Крыса хард. Ах ты ж черт, какой красавец. Ну ладно. Да-да-да, гони, сам ты гони. Кто еще из нас урод, во-первых? Реши сначала этот вопрос, потом говори. Лады? Ответа не слышно. Значит, он согласен. Так бы сразу. Соглашались все с моими речами. Так, ладно, хватит нести бред. Идем дальше, так. Обыскиваем этого олуха, который нам сказал, вали артефакт или что-то, да, вот. И что, или что-то вроде этого хотел сказать. Ну, мы не услышим, что он сказал. Сказать толково он бы не сказал, но все-таки. Еще скажу сейчас. У меня будет немножко на скадовке стало тормозить. Просто не знаю почему. Ну, я думаю, не особо лаги там помешают. У скадовки причем нечего делать. О, как я и говорил. Причем уже... Так, кидываем один калаш, который нам не нужен нифига. Их два тут. Так, где второй? То есть, так вот, скадовка загружается. Тормозит, жуть. Так, надо подождать, пока наберется тамка. Куда ты так прешься? Куда ты? Пока. Пока. Так. Они попрощались с жизнью, сказав мне перед этим, перед смертью, сдохнешь ты в аду. Ну, посмотрим, кто еще сдохнет. Так. Зачем я взял еще один обрез? Ой, дробыч, я не пойму. Ну, ладно. Джим на наш Скодовск. Скодовск. Да. Бежим. Тут у нас псевдособаки рулят. Сейчас у нас будет тут сейф, который заторможит нашу всю систему. Так, 16 FPS. Скодовский. Нормально так еще. Так. Идем. Отдаем херетень этому мужику. Параде нашему. Он нас будет известный чувак. Да. Идем мародерствовать, слушать разговор. Так, идем сначала мародерствовать. Ну, мародерствуем на видном месте. Это даже мародерством нельзя назвать. Ну, все-таки похоже на мародерство. Разговаривают, можно постоять. Но нам в этом смысла не будет. Так что мы сразу рвинемся. Фу, блин. Сразу продадим артефакты Бороде. Так, Борода, лови артефакты. Молодец, поймал. Так, 14 тысяч у нас. Так. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санч 69 Full. Это прохождение игры Сталкер Зов Припяти. Всем до встречи и пока.